это было не зря. Твои руки теперь я забыл всех. Если надо, я обожаю твой смех. Я забыл всех, любит мой смех. Береги снег, береги снег, береги снег. Нет, ну не файт. Я не забыл. Мысли остались. Раньше срока на одну минуту. Вообще. Но если я не накосячила. На одну же, да? На одну. Ой, доброго, доброго. Что делала? Гуляла. За эти пару дней так находилась, что ну его нафиг. Прическа. Надо бы, как они меня бесят. Как я хочу их во что-нибудь пере этого, как... А, просто не представляешь. Потому что ложно они ровно одну минуту в день. Все остальное время ты идешь. Бардак, бардак, бардак. Полнейший. Рейн, расставь это за порогом, пожалуйста. Не надо. Здорово. Здорово. Давай как нормальные люди. Без вот этого. Да, да. Старость, плесенность. Понимаю. А чего вы там все закрукали по стриму? Я сейчас тоже... У тебя спина, кстати, Мик, я думаю, так и так отпадала, вне зависимости, вот. Если кто сумеет сделать грубее, попросит, отказать не смогу. Да все, лето сейчас закончится, надо завязывать. Это падение со стула. А, ну. Сейчас, но поверь, это правда. Ты вся аналогая цифровой. Бери, что хочешь, ни капли не нужна. Причина сладких моих грехов. И хоть сто раз меняй ты наружность, но никогда не меняй духов. Глубокий взгляд в твой наивности полон. Острый гладкий тело черты. Я вновь опять на электризу. Когда просто пол брякал. Да меня тоже уже поспрашивала пару человек, блин, на эту тему. Думаю, креативно. Это как вопрос про белую спину на апрель. То же самое. Ну, кстати, оно, по идее, наверное, еще не скоро кончится в плане погоды. Духота, наверное, еще долго будет. Не факт, но... Пока что душно, очень душно. Там видно будет. На улице душно. Привет. Тепло. Ой, плюс 3, это дико холодно. У нас жара. У меня живого места от солнца нет. С кондиционером? Нет. А что, надо начинать? Да вряд ли. Я
Не, я учту, только я не поживу. Давай вот без этого. Это, конечно, все очень интересно, но кодейка штука такая. Не везде нужно и не всегда. Опять-таки. В смысле уйди, женщина? Сам уйди. Типа по-хорошему надо бы пойти погринить, наверное, мне не хватит. Что-то не до конца уверена. Свои или чего статистики? Сейчас подавлюсь. Объявление. По статистике из частей бытовой техники именно кондиционер сильнее всего влияет на то, примет ли девушка предложение пожениться или нет. Ты меня пугаешь. Во-первых, сам факт крайне подозрителен, к чему он. Во-вторых, в принципе, странная взаимосвязь. Ты этих ты меня пугаешь. Нет, нельзя, Рейнер. Себе бегу легенд. Ну... Блин, а сейчас покажу, что я торгуюсь. Зря. Ой, сидит, ничем полезным не занимается. Эх, а могли бы вов качаться. Долго резаешься. Чуть-чуть. Здоров, 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 здоров. 10 раз. Давай их 10 сейчас повторим. Чтоб наверняка. Да, миг здесь, прикинь. Он еще один из первых, как Мун. То есть Мун такой вкидывает, и миг такой, здравствуйте. Сладость. Ой, фу, какие нежности. Телячьи. Костника не хватает. Наверняка. Тебе даров. Ты там это, не накаркай. Кто сейчас придет? Пирог с клубникой, ну приятного. Тихо, мяг. Дайте Рейнеру кто-нибудь, скотч какой-нибудь.
пожалуйста. Это его выживание сегодня стремится к нулю. Мне кажется, я скоро приму предложение по стриме за компанию. Я запомню. Не скажу. Забери его! Твою же дивизию. Мне страшно. Ладно, тогда кахата надо, согласна. Ну, блин, да. Типа того. Старая, это давно не заходил просто. Ну или не переживай, сейчас знакомая начнется. Буквально 5 минут, подожди. Давно не было просто. Она там в первых списках, она давненько уже висит. Режим нормальный, как у людей. С утра до, ну, там, к ночи лечь, типа так. Я вроде отрегенила, и сейчас, ну, так, плюс-минус нормально в нем живу. Кофе. Да я его особо-то вообще не пью. Лицо чистое. Как ты меня достал. Манеж? Физика-то? Физики уже год не было. Ауф. Он по волку надо уже, это по его части. Ох, какая жуть. А какие числа там ТЛ? Дико интересно. На 27-е пока что. Угу. Ты какой-то странненький, по-моему. А чем ты мне? Еще страннее Рейнера. А это довольно сложно. На 7, учитывая, что сейчас только-только первое. Ну, тупо месяц. Эх. Что угодно. Да, конечно. Рассказывай. Общение, да, мне тоже. Чувствуется, давно не заходили. Ты нормальный? Не верьте ему.
Нормальных нет, они прикидывают. Кто говорит обратно, он врет. Мне тоже можно не верить. Я не обижусь. Ну, сейчас, что ли? Чуть-чуть. Совсем. Чудовище, ты на улицу выходишь-то хоть? К людям там, я не знаю, девушек видишь? Там. Тебе. Там есть люди. Такие вполне приятные, хорошие. Гулял на улице, что-то не видно, не ощущается. Угу. Конечно. Но пока зеленая, да. Пока ну, там, правда, уже листья опадают чуть-чуть. Как моя вера в Рейнера. Но пока что только в процессе. Он меня вообще сегодня пугает. Весь день причем. Вроде не весна, осень. Как-никак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо разоралась. Колонки. Знакомые люди пришли. Здорово. Вот так подубаются, то в следующий раз я не переживу. Ни я, ни соседи, никто. Здравствуйте, и прекраснейшая. Вы, как всегда, обворожительны. Ой-ой-ой-ой, свет, свет, вырубите. Вампиры боятся света. Вы что делаете-то? Что там? Что-то. Блин, он еще не спит, удивительно. Что там пугает? Нет, пока что только ты, прости. Надо двое, я не знаю. Я что-то потыкала и забила. Как-то мне сейчас Лига больше льстит. Вот тарелочку теперь жду. Конец месяца. Вот ее уже прям реально жду, да. Я, честно говоря, чем больше спокойствия, тем мне проще. Жить, да, Рейнар? Как тебя сегодня много-то, а? Да? Рейнер, когда девушку найдешь? Пора. А мы скоро сама с тобой сойдем.
Five for the gospel preachers. Four for the poets stood at the door. Three for the Hebrew children. Two for Paul and Silas. One for the little bitty baby born of the Virgin Mary. О, подписочка. Зачем она мне? Да, Лемон, сегодня ты его по доставучести, мне кажется, при желании не переплюнешь. В плане издевательства он уже превзошел все лимиты за последнее время. Классно, и чем классно это? Сидит такой на внеху залипает. Ладно бы хоть что-то общее было, ладно, еще куда не шло. По характеру там, в смысле. Так что за любовь к фанатизму непонятному? Да, Лимон, ты сегодня лапочка. Ай. Ну, кстати, красава, он там змейку покормил. Все дела. Нет, на внешность сильно сомневаюсь, я тебе скажу. Простите. Ай, ладно. Не, он правда покормил змею рыбой. Трейнеру не поможет. Вообще не знаю, что его спасет уже. Мне начинает казаться, что это все безнадежно. То ли он просто ушел в запой, судя по его фразам. Мум, не умирай. И не надо. Хоть кто-то тихий, спокойный. Ваху. Да вряд ли. Так. Эшли не надо, Эшли. Ну только если она спокойненько умудрится сегодня пожить. У нас больше кахапа в ваху. Вот такое дело. Ни хрена он стоит. Почти 6 косарей. Сейчас.
Ну, как догма. Ну, понятно, что потом подешевле. Ну, пока шестерка. Подожди, есть стандарт. 3200, короче. Вот. А всякие... Ну, предзаказ тоже. Вот. Все остальное там 4600, 5700, 5200. И в ту сторону что-то округляю. Ты скучала? Я вот что-то не очень. Ты бы вчера или сегодня... Вчера видел мою морду? Вот, вот ее видели вживую? Поржали. С моей реакцией на твои дебаты. Представляешь? О, кахат. Давай лови эту пыль в этот дедлок, он все равно за дроте сидит. Я тебе сейчас скину. Я тебе сейчас скину что-нибудь. Давай, я в ожидании. Здорово. Давайте специально для Рейнера голосование устроим, пнуть его или не пнуть. Желательно каждые 10 минут подряд будем устраивать. Или сколько там удлится. Так, чисто акцию на сегодня устроить. И в ближайшие деньки. Имя БДО-то делает. Ваха-ваха-ваха. Бля, выглядит приятно, кстати. Прям очень. Давай-ка все-таки я его чуть-чуть. Фух, полегчало. Десять минут спокойствия. Жалеет, мне не надо. Делает скрин. Он и так же делает, вне зависимости от. Какая разница. Мне просто легче его не видеть. Нет.
Кстати, Лимон, ты где там так лазишь, что у вас там прям змеи так водятся? Ты просто каждый раз кидаешь там что-то природа, все дела. Вахи нет. Ну, наслышано от народа. А так нет. Там она дофига здоровая. И под Питером. Да там не видно. Что оно такое? Все, на эльфийском заговорили. Да я уже загуглила. Послушала. Ты прикинь вообще, как это происходит? Стоим такие на улице, машину ждем. Я, у меня первый видос вообще по громкости, ну то есть нет, ни разу в жизни. Второй врубаю, там песнопение вот это. Еще так громко, блин. И как давай убавлять. Номер какую свои, блин, костников включить. Такая же фигня. Вали отсюда, крокодил летающий. Не буду гуглить даже. Все равно не запомню. Это безнадежно. Не, ну я первую это посмотрела. Поняла, что дальше без толку. Ничего не знаю, Вов сам себя не докачает. Похоже. Как бы не забыть до тебя докопаться-то, Ивахой. Своим склерозом. Пицца. В смысле, сожрал ее или что ли заказал?
И нет, да вроде особо не хочется, к моему счастью. Ну, так пока что. Вон, поделись, там уже толпа голодных. Стоило только сказать. Доставка к хату. Так, прослегче закажи. Прослегче-то. И это надо, чтобы он сделал. Я думаю, пока что ты его не убедил. Здорово. А уже перехотел. Чука проснулся. Я уже спать скоро. Викторинки? Это мелкие, которые, подожди. Я их путаю, по-моему. План на стрим? Не уснуть. О, режим сбил. Сочувствую. Ток-ток недавно оттуда. Пока что не планируется сбивать. А что там отчет прошел? Ну, походу, да. Нет его. Оно либо обычно нормально перекручивалось, очень плавно. Все нормально было. Но последний раз я настолько сбила, и настолько было сложно это восстановить. Оно еще обратно смещаться не хотело. А, так что когда как. На деле просто перекручивать там на сколько-то часов в сутки, если есть возможность. Потому что когда резко это делаешь, оно паршиво. Прям... Все равно будешь ходить помирать. А когда плавненько, очень даже ничего. В декабре почему? Блин, до декабря нифига себе у тебя планирование. Там еще сколько месяцев-то? Я знаю, что он меня может убить уже на следующей неделе. Что там про декабрь-то? Два месяца. А, ну, там не может, там по-любому. Да, раз пять еще и восстановит. Там режима нет.
Ну да, забавно, когда Альбик, короче, мы залетели. Мы прям тоже что-то до последнего. И с этим даже, наверное, не особо-то пересекались. Один спит, другой задротит. Почему в новую, в старую? Так в старый магию. Минус один. В смысле, ну изначально так и было, когда оно еще первое самое моха когда затянуло. Там все уже было понятно, ну если так подумать. Игра сама себя играет. Рыбалка в БДО вспомнилась что-то. О, еще один. Да мост на двоих, это давно уже известно. Ты что-нибудь понял? Сидел бы в ведлоке, никого не трогал. Вспоминал он там. Вот у меня больное настроение. Надо в лигу, наверное, сходить, проредить. Что-то слишком весело. Депрессия? Почему? Сегодня Валик вот запускался. Куда? А? Что? А, не-не-не. Там сказать, чем заняться. А, ну у меня так обычно и получается, да. Мне даже эту игру искать не придется. У меня во всех так что-то новое. Фигня идея. Почему так поздно? Мне не зашло, не хочу. Может, конечно, пойти на видос, пытаться позалипать, но я думаю, что не особо-то поможет.
А пластинку так никто не врубил, да? Это меня съедят живьем. Ну ладно, ладно. Ты мне сереть-то. Что, будет еще реклам, не будет? Делаем ставки. Не, не будет. Металл-версия. Вот это любопытно, кстати, даже. Ну да. Не, там бы за, блин, за полчаса всю душу высосали. Вообще неадекватная фигня. Смерча. Да нет, там, короче, то ли квартира, то ли дом, не знаю. И там просто они везде кишили. Вот прям вообще везде. Подъезде. Либо запускали, либо чем там делать, по сути. А, в загородном. Не, ну вообще забавно, их по сути просто выселили. Подвисает. Это плохо. Но вроде не должно. В этот раз обычно у всех. Только у тебя у нас уже давно ничего не грузит. По сути, надо бы на 7-дейку подсобраться. Но, честно говоря, мой максимум это
добраться до мод-карты с крупным городом и не ставить туда моды, все. На этом. Ну и поставить, чтобы они нормально ночью хотя бы носились. Готовиться каким образом? Ты скажешь, на тебе 200 томов, короче, читай. Хитрожопа. Мелодия. А, ну, кстати, заодно потом поставлю по поводу скрипки, что я это сегодня показывала. Ну, просто попала снова. Нравится вот эта мелодия. Может быть. Блин, опять YouTube. Это собака. Ну-ка, погрузи. Давай. Ну. Внезапный выбор. Ну да ладно. Не, ну все равно колыбельная, конечно, хороша, да. Это вообще из парка юрского периода, если что. Ну, футболка, да. Правда, у меня это все равно ассоциация с Арком, а у тебя, конечно, да. Фоном, да, могу включить. Здорово, да? Нормально, терпимо. Я заколебавшись под вечер. Начну, прекращу наконец на улицу выходить. И может быть начну образовываться днем как нормальный человек. Как сложно мне это далось. Меня только девушка на шоколадке запихнули. Не, я, блин, спокойно, я ж не слушаю нифига. Я же реально под них засыпаю. Днем. Встречи в 5 утра. Я не буду ничего говорить и комментировать. Он слишком долго наблюдал за этим режимом, который долго-то не держится. Никогда. Что-то описание какое-то немножко сумасшедшее.
Так, комменты читаю под этот трек, а там у всех слезы счастья, ностальгия, все дела. Мне, ну, еще пока терпимо. Ну, вообще, да, надо будет. Ну, сегодня я... Сколько? А, ну, хотя спала не так много. Там часов 10, наверное. Я уже подскочила. Где-то около того. С режимом не надо, спасибо. Мне страшно, я не хочу сейчас спокойной ночи, малыши, слушать не надо. Буду напоминать. А, ну так полегче. Ну, переживай, сейчас-то помню, сейчас-то я спать хочу. Да вот если ты пятый час будешь бы дома мне на мозги капать, диспи, 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 тогда да. А, так-то чё? Спать, я только проснулся, да? Так, добрались, тихо. Стоять на месте ровно. Где там скрипочка была, которую я сегодня веду, кидала? Можно по ВКшным, в принципе, пройти, сейчас посмотрим, что-то есть. О, еще один креативщик. Какой спать. Ну так режим избивается. То есть там, блин, посидишь, там не спят, там не спят. Какую нафиг школу? У меня портфель не собран. Комики, да. А шуточки-то одинаковые. Тренер, мне твоих сообщений хватает, мне уже плохо. Поделись он с Эдом. Пусть он посидеет на 10 лет раньше. Давай, спокойный. Спокойный лимон. Обойдется, что это? Как же он без такого ценного багажа-то знаний? Это страшно. Да не, я говорю, пусть он тебя поделится. Он. Ты чё, я-то сразу? Не надо, мне тоже своих хватает. Спасибо. Тоже плохо, страшно.
Ничего не буду тебе отвечать. Если бы читал, не писал бы. Прям вообще нет. Да нет, в принципе, как Варик. Только не военная, не вот это вот. Вообще не заходит стилистика сама. Да я не помню. У меня дофигища было, это еще в себе времена. Там на дисках была тонна целая этого всего добра. Что-то очень древнее. Скрещивник, да. Не, давай не будем. Нярко выходит далеко не из-за скрещиваний. А ты что-то уже говорил, что это тоже где-то был динозавр, что-то такое там на приблюдке модовской. Я забыла, кстати. Опять. Я думала, что это только я так на Дина обижаюсь, да? Нет, вон, смотри. Казалось бы, этот ответ должен был быть от меня, а он... А, Кахат его уже выдал. Кстати говоря, про ящериц-то. Я ж там эду с ним делилась там по поводу этой Агамы, вот это все. Он их считает довольно страшными. Как по мне, вполне милые морды. Побег ящерка? Да кто его знает? Нет, с шипелками, ладно, хрен с ним, там не спори, ладно. Там вообще на субъективно очень все. А эти-то что? Да я тему бы не менял, так уж, если уж пошло. Лимон, походу, все еще не лег. А, или нет, собственно. Как
как-то непонятно. Сейчас поставим. Что там? А, вот теперь реклама. Рекламная пауза. Там реклама машин. Ну, неважно. Хат, тебе это котчнику надо. Это у него шутейки. С кухни вот с этой, вот с такой темой. Ты про него забыл. Там ниша уже не та. Блин, тоже трек усыпляет. Да что ж ты будешь делать? Разделяю и периодически поддакиваю. Подозреваю, не знаю, не проверялась. Как говорится, Мазда помешала. Ревелину долистала. Почему бы нет? Собственно. Самое забавное, что следующий видос в реках это АМВшка тоже с каким-то спокойным треком. Видосом киберпанка. Ну, анимки. Это на трек на один залипало прям очень долго. Прям приятный, зараза. Экспортит сохранен. Ты чего это? Это? Ты редко треки хвалишь. Доброго. Да, уже почти ночь, в принципе. Но доброго. В моей сонной голове она уже там это совсем там, 3 часа ночи. По ощущениям, периодически. Где мой совиный режим?
все остальное ночью. Да. Но когда я начала говорить людям в 2 ночи доброе утро, у них это вызывало некоторый диссонанс вообще все. Поэтому я заколебалась объяснять. А, давай так и быть что-нибудь. Вот, то же самое, но что-нибудь другое. Там у них много, а слушаю буквально пару треков. Чоп, нет. Не люди. Да почему? Люди, которые живут днем. Сразу. Вампир, ты что-то там попутал. Мы твои синяки, кстати, еще не видели, только миковские. Кто знает, кто знает. Это еще синяки, мешков под глазами достаточно. Синяки это немножечко. Не то, по идее. Что сегодня делаешь? Сплю прекрасно ночью. А что? Не, ну он-то понятно, ладно. Я причем не знаю, как ему это удается и при этом еще нормально жить. Потому что когда я не высыпаюсь, я вообще как лужа. О, какой клуб? Что там делать? Моя позиция насчет клубов, она одна, и она не очень хорошая. Маниакальное расстройство. Да кто его знает, проверяли что ли? Рейнер и девушка. Удивительно. Оскорбительно? Ты полчаса назад выдавал, чё? Естественно, не поставила. Проиграл. А, ну. Думаю, дело не в чате. Хотя ты ж там вроде тащишь обычно. Даже подкалывать как-то не хочется. Как он тащит? И как? За спинами сокомандников? А, ну да, знакомо. Он так валики делал. Он 20 лет убивал их на танке. Рейнер, за сегодня я могу тебя только проклясть, мне кажется, дополнительно. Тебе не понравится. Там перегрузка по количеству твоих сообщений страшных.
Да, глаз дергаться скоро начнет. Лига? Хорошо, зараза. Что-то затянуло. На последний поздравил, ну что-то так это быстренько валик пару каток бегали, да, и все. У нее просто катки, зараза, там по часу. Ой. Я вообще так представлю, зайти, блин, и если какая-нибудь нудятина подберется. Спустя 10 лет. Блин, это давно. И сколько она живет, то лига это. Я что-то, кстати, не знаю, и когда она там вышла впервые. Мне казалось, она не такая старая. Хотя Дота-то уже, ну Дота ладно. Кто-то еще и второй тогда не была. А по поводу лиги без понятия. Сырка кайфа. Не всегда, если у вас команда изначально фидит или вы, ну блин, смысл. А вы тянет тоже до последнего. Пососать катку, а потом пойти спать. Ну, такое. Причем уже в сонном состоянии. Ладно, если что-то веселое, там 50 на 50. 2009. Охренеть. Сколько лет прошло? Мне интересно, сколько она тогда выглядела вообще? Дофига поменялась, не? Прикольно. Она выглядела как Warcraft, по-моему. А, нет. Хуже. Нехило обновили, конечно. Нехило. Хотя тоже визуально, на самом деле, приятно местами прям. РПГшек же было дофига таких. С такой стилистикой. Они все с таким графоном были. Эти вот изометрия, которая... Блин, Йона этот. Сейчас, one second. Ай-яй-яй-яй-яй. Рукожопый я... Дурак. Когда же я прекращу промахиваться-то, наверное? Никогда. О, там Анивия была. Нифига себе. Такая пиксельная. Блин, с шампом не грузит. Ну, грузи. Не, он, походу, не поставит. Он что-то не хочет. Я, наверное, так найду отдельно. По названию сейчас. Что-то там мы не хотим. А кто тебя спрашивает? Собственно, в YouTube-то мне верни хотя бы. Хоть какую-нибудь вкладку. Блин. А я не знаю, что из этого. Романс, который, наверное. Ну давай поставим на угодно, что поделать. Потому что. Я не знаю, что из этого. Он не включает. Он не открывает страницу с треком. РПшку надолго не хватало. Ланчер обновили. Ну, кстати, валики вот как-то все прикольно, а в лиге что-то как-то... Не знаю, короче, что-то не то с ним. Периодически. Как-то себя странно ведет просто местами. Я надеюсь, что это оно. Потому что там группы не было, было название сам... именно трека самого отдельно. Без группы. Но велика вероятность, что это именно оно. Вот.
Это не выдало таких вариантов, ничего не знаю. Какая-то странная карта была. А, ну это уже из недавнего, слушай. Блин, там вообще, по-моему, была тема с... Когда карту, короче, ставишь на лигу модовскую, не модовскую, а которая у них уже была. Там зимняя есть, это все. Блин, красиво смотрится тоже. Не помню, я вроде пыталась посмотреть, что-то у меня там руки не из того места, видимо, росли в тот момент. Хорошие треки. А причем вот мои, у меня там даже авторизации-то нету. Не важно. Важно! Еще как важно, я тебе говорю. Так, у меня, по-моему, сожрали комары, в принципе, живьем, но вроде больше не пытаются доесть. Это меня радует. Доедать уже, в принципе, нечего. Какой ход? Какой? Что это такое? Ничего не знаю. Вот, я того же мнения. Ну-ка, стоять на месте ровно. Тихо. Не хочешь такого, ну да. Как я такого зануда-то переживу? Пятенка, ты помни свои слова по поводу хорроров под Новый год-то? Но мы тогда уяснили, что под пледиком там уже вот в это вот. В этот сезон. Не под новый. Ну, тебе зима. Что нет. Смотря где, конечно. Rectify, cut the lies, you and I, till we die of paradise.
have dialed has been changed. The new number is... Please note. Блин, лучше бы я не копала про эту лигу столетнюю. Не хватало мне сейчас еще кавку захотеть. Паршивая идея. Потому что эти кавки это надолго. Роли. АДК? Получается, что так? Я к Смолдеру прилипла как-то неадекватно. Анне по-прежнему нравится Ирелия. А Смолдер, да. Сказали за роль, пояснять не просили. Дракон. Да ну не надо там вот это вот. Мам, мам, мам. Это, конечно, да, напрягает. Что есть, то есть. Можно зевать. Началось. Один раз зевнул, и все, оно не останавливается. Он там что-то еще про острова болтал, но я не помню. Добралась своими лапами до тапка. Забери это, в смысле, на тап. Короче, на вопрос, а на это добро. Слушай, ну даже не это. Даже вроде не ломик. Я думала, там повернее. Да ну загрузи ты уже, господи. А, вот тут уже под 9 косарей пошли, ладно. Чинява пирося, чинява пирося. I can't remember carefully.
О, допилить. Понимаем, выходные. Так. Так, все, пошел я спать, пока не окончательно не залип. А что не попадя? Меня уже кто-то несет, блин, на всякую музыкальную тему, до которой еще надо умудриться дожить. Ага. Спокойный.